девочкам. Аплодисменты нашему замечательному балету. Ну и, конечно же, аплодисменты девочке, которую мы бесплатно раскручиваем, потому что она нам нравится. Саша Рябина, спасибо большое. Браво, браво. Вы знаете, в нашем коллективе я часто чувствую себя многодетной матерью. Ко мне также приходят девочки за советом, просят денег, ноют. Кто-то кушает плохо, кто-то наоборот все подряд в рот тянет. А парни так вообще детский сад. Наталья Андреевна, давайте быстрее, пипи хочу, не могу уже. Ну вот о чем я вам говорила. Сейчас, Сашенька, бегу, бегу. Ну что ж, дорогие друзья, смотрите номер про маменьку и ее сыночка. Удивительный случай произошел вчера. Лесники нашли женщину, 8 лет назад пропавшую без вести в лесу. И вот сегодня мама, она наконец-то вернулась. Мам, это я пришел. Твой сын хороший, плечо у тебя большое. Это что такое? Что мать не мертвыми руками трогать, а? Ты только что с улицы, немедленно сходи помой руки. Я обязательно помою руки, мам. Это просто такой день хороший. Радуга там, птицы поют. Новость-то какая, мама? Какая новость? Я все новости посмотрела по телевизору. Ой, была не была. Мама, знакомься, это Маша. Маша, это Акулина Мстиславна, моя мама. Здравы будьте, Акулина Мстиславна. Слимсламновна. Мстиславовна. Какое у вас странное имя, Маша. По-моему, таких детей так не называют. Ну, мам, ну что тут странного? Нормальное имя. Да, просто странно, что такое хорошее имя у такого человека. Маша, Маруся, Мария, Мария. Ну? Ну, видишь, Маша русская, коренная русская. Хлеб, соль, сахар, карива, Акулина Мстиславновна. Мстиславовна? Да, я коренная русская, мамой клянусь, я русская. Моя дедушка русская, мой бабушка русский, отец, сестра все русские. Только брат родной наполовину белорусский. Да, я поняла. Сынок, давай, значит, попьем чай, проводи гостю. Садись, садись. Я сказала, проводи, а не заводи. Ну, мам, ну Маша хорошая. Где ты ее взял? Мы возле церкви познакомились. Ну хорошо, да пусть говорят, есть еще полчаса. Давайте побеседуем, да? Давайте присаживайтесь, Мария. Спасибо, Акулина Мстиславовна. Пожалуйста. Я вам чай налью. Так, слушай, она уже обживается тут. Слушай, это телевизор. Мама очень добрая, правда? Она реально добрая, но очень глубоко. Там надо прям бурить. Реально, там, там, там доброта есть. Это, я тоже не сразу это заметил. На 35-м году жизни, блядь, там есть доброта. Не переживай, дорогой. Так, ну дорогой он пока только для меня, понятно? Милочка, боюсь спросить, откуда вы? А вы не бойтесь, спрашивайте. Она хамит мне уже. Да, это, Маша из Ярославля. Ярославль, русский город. А до Ярославля откуда? Из Суздаля. Ты же моя ласточка из Суздаля. Да, Евпатий Калаврат мой предок. Илья Муромец мой близкий. 7 раз отрежь, не вытянешь рыбку из пруда. Понятно. Ну что, пейте чай, Мария. Извините, шашлыка у нас нет.
Мама. Да. Мам. О! Как бы так сказать, чтобы у тебя сахар в крови не повысился? Давай я скажу тактично по-русскому. Я здесь буду жить. Хочешь, чтобы я с вами жила? Ну ты-то, Руса Коса, надеюсь, против? Я, как скажет мой будущий муж. Милочка, нам с сыном все равно, что скажет ваш будущий муж. Ну, мам, ну я будущий муж. Это я согласна. Че, правда? Конечно, просто будущая жена, не она. Багряный румянец от ваших слов обидных. Саша же любит меня. Саша же любит мой борщ и ленивые голубцы с майонезом. Ну, еще чуть-чуть котлетки, там, если голову сварить, там можно голоса повыковыривать. Так вот, и вкуснятина, знаешь. А коли нам с тем нам... Так моя мама, я тебе, никакая тебе не мама. Просто давай я буду всем Славовной вот этой. Хорошо, а коли нам с Тиславовна? Получилось, мама, получилось. Можно... Маша выйдет за меня замуж. Уже выходит. Че, правда? Да, выходит за дверь, едет в Суздаль к Илье Муромцу, а ты ешь мой борщ и ложишься спать, понятно? Ты почему спать-то? Ну что, мне 35 лет, я все днем сплю-то. Ну что это такое-то вообще? Ну это какая-то прямо... Скажал, я захотел спать, прям захотел. Слушай, что ты ее припер вообще сюда, а? Мы только недавно от этой твоей джимбалдис. Да какая разница? Только недавно же от нее избавились. Еще ладно бы одна уж, да где-то она же телевизор еще с собой забрала, а теперь старый смотрим сидим. Че тебя тянет-то на эту постсоветскую экзотику, а? Уже же был звоночек. Это еще кто? Я открою. Сиди, я сама открою. Я тоже могу открыть. Посмотри, что она уже, я тебе открою, сядь немедленно. Сиди, Маша, я открою. Так в этом доме я командую, сядь, он сам откроет. А да вообще я сама открою, это наверняка Изольда Гавриловна хочет вернуть перфоратор. Так, кто где? Что, кто? А, он тебя трогал, да? Он тебя смотрел, ты, да? Ты меня успокоишь, никто меня не обижал. Чёрт, кто тебя обижал? Никто не обижал. Подожди, ты никто, да, или ты никто, а? Так, что вы никто? Вы кто такие? Маша, кто это? Это мои братья, белорусские. Устин и Тихон. Вы не бойтесь, они в душе добрые! Добрые! Добрые. Видите себя подавающие? Что она сказала? Как видите, я дальше не понял ничего. Нападающие! Нападаем! Устин! Устин! Устин, Тихон! Чаю! Давайте чаю! Шашлыки? Ага, может, еще мартини налить? Что налить? Я не понял, что она сказала. Она говорит, мартишки мы. Что там мартини? Что, мартини? Вкусный алкогольный напиток. Господи, ты-то откуда знаешь? В церкви пробовал. Да что это за церковь-то такая? Так, все, короче, поехали. Поехали, все. Стойте! Маша будет жить здесь со мной. Не слушайте его, мой сын идиот. Я здесь буду жить! Так, тогда ты поехали, давай! Не-не-не, он никуда не поедет! Тогда ты поехали! Так, это что такое-то? Уберите руки свои от меня! Ты головой думай, если ты ее заберешь, она и он тут вдвоем останутся! А, да, точно! Так, давай все, поехали! Тихо! Заткнулись, россияне! Сидите за стол немедленно! Так, сеструха! До свадьбы на коленях нельзя. Обычаи. Значит так, братья белорусы. Дуете в европейский. Обратно что ли? Обратно, откуда приехали. Ты, ласточка моя суздальская, летишь к своему Илье Муромцу? Да? Мама!
А я тебе мама. Я не вам. Я люблю ее. А я люблю тебя. Тогда я тоже уйду. Ничего, захочешь голубцов, вернешься. Вот так вот живешь, растишь сына, а он тебе: я ее люблю, мы здесь будем жить. А это чай с чабрецом, да? Опа. А вот это чай. А, да? А подождите! Очень нравится работать в женском коллективе. Единственная проблема – нет ни минуты тишины. Постоянно кто-то разговаривает, кто-то спорит, кто-то кому-то что-то доказывает. И в основном это я. А для таких, как я, существуют места, где можно помолчать. Давайте все вместе мысленно перенесемся в Индию, в храм молчания. И займемся випассаной. Простите, я опоздала, я сюда на вонючем осле ехала. Извините, я воняю, я на вонючем осле ехала. Девочка. А, вы старая, извините. Здесь пульт от кондиционера. Жара жуткая. Возьмите хоботом своим, втяните воду и полейте себя сверху. Тут все ваши так делают. Кто? Слоны. Вы вообще зачем сюда приехали? Мне сертификат подарили. Сейчас покажу. Просто поверьте на слово. Это сейчас самое модное место. А я Катя Перьева. Всегда в тренде. Всегда на вершине хайпа. А я просто хочу побыть в тишине. И стоило из-за этого в Индию ехать. И так видно, что с тобой на родине никто не разговаривает. Ох, как бы ударило вас сейчас. Жалко, вы тут священное животное. Спасибо. А какое? Корова. А у вас все шуточки на местную тематику, да?
Послушайте, давайте просто тихо посидим. Если этот кунг-фу панда нас услышит, она нас выгонит, понимаете? Ау! Колени ломит. Как будто я в Рене Логан села. А еще написали VIP Пасама. VIP. Это же very important person. А я Катя Перева, я есть very important person. Да заткнись ты уже, шестеротая шива. Опять ваши локальные шуточки, да? Послушай ты, Буратино. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь про Индию? Я вообще-то «Ешь, малыш, люби» смотрела. Может быть, «Ешь, молись, люби»? Я так и сказал. Нет, вы сказали «Ешь, малыш, люби». Ну да. А надо было ли «Ешь, молись, люби»? Я так и сказал. Нет, вы сказали «Ешь, малыш, люби», а надо было «Ешь, молись, люби». Слышь, малыш, заткнись. Слышь, заткнись, и все. Тебя там, на голове. Что? Это, наверное, кария засунула. Хуже, не шевелись, не шевелись. Что? Что это? Паук, паук. А, что за, что за? У тебя там уродская прическа. Я Катя Перева, пранкер от Будды. Чувствуешь, в твоем стиле шучу. Оп, забрала корону. Какая маленькая. Да. Ай! Какое меню? Никакое. Только рис и лепешки. Ну, только про лепешки мне не напоминай. Я сюда на вонючем осле ехала. Он знаешь, какие лепешки делал? Вот такие лепешки делал. Я не обращаю внимания на эту падшую женщину. Я не обращаю внимания на эту падшую женщину. Что я там не обращаю внимания что на ты бормочешь там? Антипроститутскую мантру. Я тогда тоже помедитирую. Как же хочется ударить эту кудрявую мини-кобру. Как же хочется ударить с ноги эту кудрявую мини-кобру. Да чтобы она у шестирукого Шивы по рукам пошла. Да чтобы она у шестирукого Шивы по рукам пошла. Да чтоб индийский слоняра огромный тебя за мышь принял и затоптал, поняла? А еще на хоботе своем покрутил. Выбесили меня. Я 20 лет сидела и молчала в этом долбанном храме. А вы приперлись здесь со своими вонючими ослами. А она мне нравится, она мне мужа напомнила. Корону мою верните, король. Это моя корона. У нас новая рубрика. Следующие 5 минут мы посвятим одной из участниц Comedy Woman. Сегодня это Екатерина Скулкина. Ваши аплодисменты. Прям не готовился человек. Это вообще-то сюрприз был, Кать. Вот ничего, ага. У девочек на языке не держится, конечно, ну ладно. Ну я готова. Готова, я поняла. Вы знаете, не случайно мы чествуем Катю Скулкину. Дело в том, что наша первая вечеринка, вечеринка Comedy Woman, состоялась в день рождения нашей Катеньки. И это чистая правда. Да, да. Ты же помнишь, да, этот день? Моя... Какая-то круглая дата была у тебя. Неважно. Даже. Да. Ну, сколько тебе было? Ну, точно, круглая дата была, Катя. 20 лет, Наташа. Ты еще 10 скажи. Я сказала, Наташа, 20 лет. Ой, ладно, что ты нервничаешь? Какая разница, сколько женщине лет? Она может и 40 прекрасно выглядеть, и когда и больше, там, не знаю.
Наташа, что происходит? Заинтригована? Пошла ты к черту. Да, вот как странно, да, человек меня посылает, сама уходит. Это, конечно, очень тоненько. Но, Катя, все равно сюрприз никто не отменял. Поэтому давайте посмотрим на экран и послушаем, что же говорят о нашей Катеньке-девочке. Внимание на экран. А про Сколкину Катьку? Слушайте, в море история. Фу, это вообще умотаться. Сейчас так можно прям чесать одну с другой. А на передачу еще не хватит. Ой, сейчас. В общем, так, первая история. Мы с Катькой только познакомились. И ночь была уже такая, как бы... А познакомились как? И я иду, и Катька навстречу мне идет такая, ну, прямо... А, не, нет. Нет. Ее нельзя рассказывать. Мы с первого дня в шоу вместе. Я мало кому известная КВНщица. И тут мне говорят, что в шоу будет Екатерина Скулкина из «Четырех татар». Представляете, звезда КВН. Очень хорошо помню тот день, первый, когда она пришла. Такая огромная хозяйственная сумка у нее в руках. И вся эта сумка, набитая чак-чаком, которую она привезла специально для нас, для девочек. Мы с девочками тогда очень сильно подсели на этот чак-чак. В общем, Катя Скулкина большая умница. Вы знаете, она за эти 10 лет проделала очень длинный, сложный творческий путь. Я назвала этот путь от чак-чака до халвы. А вот, вот, есть история на гастролях. А мы с ней в одно купе ехали на гастролях. Вот. Я такая ночью просыпаюсь, ну, в туалет, в общем. Смотрю, Катьки нету. Ну, я пошла такая в туалет, там закрыто. Я что-то, ну, думаю, там заклинило. Так со всей дури, как дверь-то открываю, а там проводник этот такой, ну, усатый у нас был. И... О, нет. Ну, давайте это не будем вообще нахрен. Мам, ты знаешь, что я являюсь автором этой передачи «Comedy Woman». И вот сколько мы не писали бы номеров на Катю Скулкину, вот клянусь, в каждом номере, она всегда захочет присесть. Вот даже если в номере сесть не надо, она всегда ищет вот этот вот, мы смеемся с автором, называем это, невидимый стул. Ну, правда, всегда ищет точку опоры для своей пятой точки. И вот это не могло остаться безнаказанным, и в один момент стул ее наказал. Ну, реально, был такой случай. Значит, я оглашаю результаты. Блин, чего я оглашаю? Решение. Извините. Так и надо! Ну, любит ее гравитация, чего? Жмет ее в земле. Кстати, недавно читала сказку о царе Салтане, племяннице. И вдруг задумалась, а почему ничего не сказано, что же происходило в этой бочке в течение 20 лет? Как там вообще люди делили быт, как они плыли, что они делали? Ну, явно это была не бочка с медом. И далеко не сказочные условия. Давайте-ка понаблюдаем за этим бытовым круизом. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица. Делит 20 лет с сыночком однокомнатную бочку. И вот этот вот козел в бочку бабу тут привел. Здравствуйте, царица-мать! Мамой буду я вас звать. И скажи, в какую щель просочилась эта щель? Мне Гвидоша сам открыл. Знаю я, что сын дебил. И без этой вот мразоты жили мы, сынок, как шпроты. Ты уж, мама, извини, но полбочки, дядь мои. Нужно даже в изоляции, как мужчине, развиваться. Интересно мне, откуда вырыл это чудо-юдо? Ну, в море нет нормальных баб. Либо это, либо краб.
Я хотела вас спросить, а можно в бочке закурить? Стоп! Стоять, погубишь нас! 20 лет копился газ. Я уж лучше промолчу. Котя, я тебя хочу. Мама! Выйдем гулять. Мы с женой хотим в кровать. Сейчас. Я гулять не нанималась, чтобы она тут размножалась. А тебя пора начать по-другому называть. Раньше просто был Гвидон, а будешь штопанный Гвидон. Тряханула бочку резко. Слово тут взяла невестка. Месяц мы уже женаты. И решила в Эмираты нашу бочку развернуть, чтобы нормально отдохнуть. Я тебе сейчас разверну. Бог не дал тебе уму. Мы на этой бочке все доплыть не можем в Туапсе. А до Дубая в 300 лет доплывет один шкелет. Может быть, тогда на Бали? Как вы мне сейчас надоели. Бочка по морю плывет, мать тихонько слезы льет. Зря я ляпнула тогда, что рожу богатыря. Сейчас иной сказала б текст, что хочу я грубый секс. Просто так, без обязательств, хочу грязных надругательств. Хоть вдвоем, хоть с поварихой, с ватей бабой бабарихой. Бочка по морю плывет, маму снова новость ждет. Мама, Любонька моя, принесет богатыря! Часом вы не охренели? Вы бессовестные твари. Надавать бы вам по харе. Мать, подвинь свои манатки. Нужно место для кроватки. Да мне и так не встать, не лечь, закрываю жопой течь, а? Сил бороться нету с вами, Боже, вызови цунами. Вот только берег я найду, я к Малахову пойду. Он таких историй ждет, 6 эфиров соберет. В ночном небе звезды тают, мать тихонько причитает. Задолбали меня дети. 3 квадратных метра эти. Вот мэр морской наш не болтун. Сергей Семенович Нептун. Обещал, что через год нас избавит от невзгод. Бочки наши все снесут. И контейнер нам дадут. И в контейнере большом вместе дружно заживем. Сейчас. Контейнер этот, дочка, разменяю на 2 бочки. Чтоб твою не видеть рожу. И твою не видеть тоже. Чтоб ко мне меня идти, Черномор мог приходить. Запишите у себя, это очень надо мне. Так прошло чуть меньше года. Любу разнесла природа. Тройню ждет Гвидон с невестой. В бочке очень мало места. Вот настал счастливый миг. В море детский слышен крик. Родила девица в ночь сына. Дочь. И еще дочь. Но лишь только разродилась, в пол Гвидону поклонилась, бросив сына, дочку, спрыгнула в другую бочку. Подождите, покажу свои вам тити. Как тут маты удержать? Было 2, стало 5. В каждой сказке есть мораль. В нашей тоже есть мораль. Всем мужчинам нужно знать, она и в сказке.
следующего номера очень серьезно. Это «Холодная война». Противостояние двух сверхдержав. Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. А в чем именно они будут соревноваться, вы сейчас увидите. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to World Championship of Cheerleading Teams. Мы приветствуем вас на чемпионате мира по чирлидингу. Именно сегодня мы узнаем лучшую группу поддержки. И я даже не представляю, какими овациями разойдется наш зрительный зал, потому что на паркете фавориты последних 25 лет, сборная Соединенных Штатов Америки, бурные аплодисменты! Аплодисменты! Девочки в отличной спортивной форме. Ребекка, классные синие трусики, я заметил. Ну что ж, запахло вареными яичками, и мы понимаем, что впервые за всю историю мирового чирлидинга до финала, да и вообще до Бостона, на своем Икарусе добралась команда из Советского Союза. Итак, встречайте. Прочитаю по бумажке, потому что без бокала виски это невозможно произнести. Русские купаты! Команде напротив физкульт! Привет! Ну что ж, это было очень коротко и страшно. А у нас есть минутная пауза, и тренер мог дать последние наставления своим командам. Так, запомните, девочки мои, такой шанс выпадает только раз в лайф. Профакайте сегодня, и до старости будете досасывать свой молочный коктейль до этого неприятного звука в конце. На кону честь и гордость Америки, мать вашу. Так что зарядить пипидастры. И помните, в случае победы я разрешу вам переспать с нигером-баскетболистом. Это что, получается, я предоплату уже взяла? Поликарпыч, они там какие-то пипидастры зарядили. Курлова, успокойся. Успокойся. Твое сильное место — ноги, поняла? Да. В полете их сильнее раздвигай. И не ори, как резаная, поняла? Да я высоты боюсь! Да какой высоты? Чего ты мелешь-то, а? Тебя твой муж, он каждую неделю с балкона швыряет. Хорошо, у вас там боярышник растет, тебя спасает. И Игорька твоего, кстати, губит, а? Ну что ж, друзья, пришло время приветствий. И по традиции начинают хозяйки чемпионата, сборная США! Come on, girls! Дайте мне U! U! Дайте мне S! S! Дайте мне A! USA! Всех сильней! Ух, эти попки крепче, чем американская демократия, мать ее! Ну что ж, а нам пришло время узнать, что все это время скрывалось за железным занавесом. Равняйсь! Смирно! Товарищи девки! Дайте мне S! S! Дайте мне S! S! Дайте мне S! S! Мне кажется, или он три раза попросил показать ему задницу. Дайте мне R! Тише, тише, вы чего? Это же звуковой эффект. Девочки, вставайте, вставайте. Вы чего? Фу. Так, я извиняюсь, вы у нас кто? Майор Хохлова, я из КГБ. Все, вопросов нет, кроме кувырка что-то делать умеете? Доносы и мимозу. Просрем, так пожрем. Девочки, встали красиво. А,
Я таких, как вы, видела на ранчо у своего деда. Вас там пасли. Ах ты, капиталистическая контра. Девки, дайте мне ха. Ха. Дайте мне у. У. Дайте мне... Отставить. А я хочу напомнить, что сборная США поддерживает команды Национальной баскетбольной ассоциации. А кого поддерживает сборная СССР? Лично я, рождаемость на дыме. 18 лет уже все на мне висит. What? Вы что, еще все рожавшие? Ну, прям рожавшие. Надька вон беременная. Уже нет. Я перед выходом родила. Вы чего, девочки? Как так родила? Я вам 100 раз говорил, гигиена. Так, соревнования серьезные, уровень интернациональный. Так что действуем строго по моему плану. Ясно? Начинаем с каравай-каравай, потом 2-3 раза ручеек. Ну, а когда их уже немного затошнит, баба сеяла горох. Так? Все, Жабанян, если силы останутся, а они у тебя останутся, я тебя знаю, на одной руке поднимаешь бездетка. Кстати, бездетка, неси паспорт и ручку, будем тебе фамилию исправлять. Ты же у нас уже родила. А мы начинаем акробатический бой. Каждая команда должна продемонстрировать сложные групповые элементы. Так, мои супергерлс, значит, делаем калифорнийский пропеллер с переходом на бруклинский шпагат. Браво, браво, это было горячо, прямо как зима в Кентукки. Чем же ответит советская команда? Дорогие загнивающие товарищи, попробуем удивить вас красотой. Ленинградские разводные мосты. Жабанян, давай, девочка моя, давай. Не идет! Пах мое слабое место! Алле! Оп! Ура! Ура! Да вы чего? Эффект! Встаем! Ну, удивили, так удивили. А у нас техническая пауза, чтобы жюри могли выставить свои баллы. Да мы все равно вас порвем! Ух ты! Нога заговорила! Посмотри сюда, это Crazy Style! Сталин всегда с нами! Да как вы вообще сюда попали? Да-да-да, кстати, нам всем очень интересно, как вы попали в cheerleading. Здрасте! Ну, короче, я вечером шла домой, на меня нападает насильник. Говорит, либо я тебя изнасилую, либо иди в cheerleading записывайся. Ну, я выбрала и то, и другое. И вот я здесь. Поликарпыч, физкульт, привет, про тебя рассказываю. Get out, лузерши, вы никто. Мы выступали на финале Супербола. А мы на похоронах у Громыка. Чувствуешь уровень? Да мы в одних купальниках весь стадион завели. Да ты попробуй мужика заведи в трусах, большевичка. Запутаешься, задушишься и повесишься на простой советской резинке. Короче, я знаю, как выиграть это сражение без боя. Вот это поворот! Мы видим, что тренер сборной США показывает, что вызывает своего соперника на тренерский баттл. Давайте посмотрим! Поликарпыч! Поликарпыч! Hello, Russian! В спорте нашем! Ну что, наладим международный диалог? Ты расскажешь мне по секрету про свою ракетку.
Это можно. Только если жена узнает, убьет. Причем не меня, а тебя. Потому что за меня и 5 лет дадут, а за тебя орден. А мы ей не скажем. А как мы ей не скажем, если вот она? А нота шла от него. Мне лишний раз нельзя нервничать, чтобы молоко не пропало. Потом, Надя. Хотите батл? Будет вам батл. Дэнс, так дэнс. Да. Come on, baby. Поехали. Видит Бог, хоть его и нет, мы вставляем свой номер ковырялочку. Да, давайте, девочки, ударим танцем. Ну, давайте, кто как умеет. Или, как говорится, как хотим уметь. Все, девочки, в полную силу. Держи резинку. Держи лифчик, девки. Держите меня. Девки, стоп, все! Стоп! Хватит! Хватит! Да кого мы обманываем, а? Тут все в Америке свобода! Тут демократия! Тут дышащие трусы! Тут секс! Девки... Да бог с ним, с коммунизмом, а? Давайте останемся здесь. Кто со мной? Простите, девки. Валька. А? Валька. Мам! Ты чего, Жабанян? Это же проверка была. Она же не знала, что мы все здесь из КГБ. Так, все. План Б. Номер Ленин. Курлова, ты что такая красная? Я звезда! О май гад, они что, убили ее? Yes! Капиталисты, вы чего? Вы же выпилами не обменялись. У нас там жучок. Вы чего? Стойте! Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Вам остается только поаплодировать всем, кто сегодня блистал на этой сцене. Всем вместе и каждой в отдельности. Сегодня пытались поднять вам настроение. Наденька! Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина, Татьяна Морозова, Надежда Ангарская, наши мальчики, наши новенькие девочки и наш замечательный хор-де-балет. Спасибо вам! Ну что ж, дорогие друзья, как вы поняли, Comedy Woman – это то место, в котором побывать приятно, а вспоминать потом не стыдно. Comedy Woman – берегите женщин.